Всем здорово, братва, на связи, как всегда, я, Малфой. И это 86-я серия Пути Бомжа на Hustle Online. Пока не забыл, вот вам скриншот, что у меня купили в офлайне. И сегодня я намерен заработать огромное количество денег. Так, вижу, продается прачечная Арзамаса за 20 кака. Финка 50-70 без торга. Братишка, давай свой дискорд, если что, скинешь скриншот Финки. Опа-опа, говорит, что нет дискорда. И за ночь капнуло 30к, стопэ. Ты же пишешь, что финка 50-70 косарей, да ё-моё. Проверяем по GPS, где находится этот бизнес, и почему-то в списке его я не вижу. Тут уже оказывается, что Никита купил Бизак вчера вечером, и его слова ну вообще не внушают доверия. Ну давайте хоть глянем, что это за бизнес. Находится он в Арзамасе недалеко от нотариуса. И как же я люблю эти фразы. Там и так понятно, что есть 50-70, а если рекламить все 100? Так можно сказать про любой бизнес. Ты мне голову-то не дури. Место расположения, в принципе, хорошее. Платим 4к за вход. И теперь я понял, что здесь нужно делать. На моем скине износ 18%. И с помощью услуг этого бизака мы сможем восстановить одежду. Опа-па, буквально пару минут. И теперь Богданчик как новенький. Ну что, давай торговаться. Край говорит 20к. Ну а я в свою очередь реально могу забрать за 15. Окей, раз уж давали тебе 18, запиши мой номер. Я готов забрать за 15 лямов. Вот так и нужно с этими барыгами. Он еще мне позвонит. Кстати, совсем забыл ввести промокод. Sorry23. И за 20 часов игры мы получим 150 косарей. А, ну и кто только начинает свою игру на Хасле, не забывайте про хэштег Малфой. Он вам даст очень много денег. Короче, за эту серию я хочу постараться собрать все основные детали для Шелби Кобра. Паркуем свой домик как раз в этой локации. И я смотрю, кто-то выбросил старый руль АМГ. Ого! Он как раз нужен для крафта. Считай, пару тысяч мы сэкономили. Наводим порядок в инвентаре. Выбрасываем все, что не нужно. Я думаю, сейчас нам пригодится багажник тачки. Стопэ! В смысле, новая партия мусора была доставлена на свалку? Ой-ой-ой! Бегом забираем сварку за 1к. Еще двигатель за 3000 для крафта пригодится. Гироскутер отлично, мы на нем заработаем. Еще ноутбук Apple, инструменты и очень много других предметов, которые впадлу показывать. Могу сказать, что это самый неожиданный спавн за всю мою игру на Хасле. Продаем предметы в антикварном магазине, и чистыми мы вышли в плюс на 100к. При условии, что мы нафармили и сварки, и инструменты, но все, что нужно для крафта. На банке у меня лежит 400к, эту денежку мы снимаем, и вот вижу, чувак продает 4 колеса. Спрашиваем цену, это оказывается мой подписчик, и вот на киосках забираем их по 40к. В принципе, не так уж и дорого. В любом случае, Дэну спасибо. Выставляем кейсы на продажу, мне их владелец киоска сразу же вернул, и вот прямо сейчас мы должны залутать очередной кейсик. Сигнал раз, сигнал два, и вуаля, готово! Ровно 50 минут в игре, так что тактика работает. Напоминаем Никитке, что я хочу забрать его прачечную за 15,5к, а он еще раз говорит, что давали 18. Очередной завоз на свалке, в этот раз забираем ноутбук за 44к, и вот чел пишет, что не окуп, ха-ха-ха-ха-ха. Хотя ноутбук принимают по 52 тысячи. Забираем сварку за 10к, опять пишут ха-ха-ха-ха-ха. Еще аккумулятор за 32 тысячи, опять ха-ха-ха-ха-ха. Я не понял, сегодня что, 1 апреля или что? Продаем ноутбук, как и говорил, за 52к. Запускаем металлоискатель и вперед ловить новый кейс. Сигнал раз, сигнал два, и опять он выпал, да капец. Вот теперь я понимаю, почему цены на кейсы так упали. Их выбивать стало намного проще. Очередной завоз на свалке. Я уже устал вам показывать, что удалось забрать. И просто смотрите, как я красиво все продаю в магазине антиквариата. Так, братва, если я не ошибаюсь, у меня есть практически все предметы для крафта. Только для начала заглянем на киоски. Покупаем лобовое за 33к, еще инструменты за 130. И подожди, аккумуляторы есть, колеса есть, сварка есть, металл изи я куплю, инструменты
Ворота есть, двигатель есть, старый руль АМГ есть и 4 лобовых стекла тоже есть. Осталось только 30 запчастей к рулю, и что-то я не совсем понимаю, где мне их взять. Спрашиваем в рацию дальнобойщиков, и говорят, что они выпадают на свалке. Хотя за полгода игры на Хасле я никогда их не видел. Что это за приколы? Ой-ой-ой, Никитка продает прачечную за 17 кака. И давай, братишка, уже 14. Отвечает, что давали 15. Ха, так это я тебе и предлагал, ты чё? Ведем с ним переговоры, и кажись, это действительно хорошее вложение. Государственная цена у бизнеса 20 кака, и при условии, что с продажи в гос возвращается 70%, мы сможем легко вернуть себе 14 кака, так что я не уйду в сильный минус. Залетаем к нему, проверяем госка 20 кака, вроде бы все четко, ну и давай жду предложения. 15,1 кака прачечная лаванда, все готово. Бизнес оплачен на 26 дней, что очень хорошо, и вот за последнее время было 11 посетителей. Так что в теории у этого бизнеса может быть нормальная финка.